Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про масло TCL с вязкостью 0W30. Разберем, какие у него есть преимущества по отношению к другим вязкостям. 0W30 – это универсальный продукт, который объединил в себе лучшее от 0W20 и от 5W30. От 0W20 он взял хорошие низкотемпературные характеристики. Смотрим по тесту у TCL 0W30. Температура замерзания – минус 42 градуса Цельсия. В принципе, это стандартный показатель для всех низкотемпературных масел. Поэтому мы решили измерить еще один показатель – это имитация запуска холодного двигателя при минус 35 градусах Цельсия. Называется ККС. По стандарту САЭ, Ассоциация автомобильных инженеров, он не должен превышать 6200 миллипаскалей в секунду. Смотрим измерение этого показателя у TCL 5667 миллипаскалей. Запросто вписываемся в стандарт и даже его очень хорошо превосходим. Следовательно, за запуск двигателя в холодное время года можно не переживать. Вы с легкостью запуститесь при минус 35 и даже ниже. Давайте посмотрим на высокотемпературные характеристики. У TCL температура вспышки равна 226 градусов Цельсия. Это стандартный показатель, который является хорошим для гидрокрекинговой синтетики. NOAC 12%. Мы-то с вами помним с прошлых роликов, что он не должен превышать 15%. Следовательно, и здесь все хорошо. Мы понимаем, что масло термостабильно и к угару не склонно. Если мы посмотрим внимательно на канистру, то мы заметим значок, где написано PAO. Что это значит? Это значит то, что японцы добавили в это масло, именно в эту вязкость, четвертую базовую группу, так называемые полиальфа-олефины. Что это такое? Это базовая группа, которая сделана не из нефти, а из сжиженного газа. Оно отличается высокой термостабильностью и позволяет продлить срок службы данного продукта. Японцы нам сюда добавили ПАО не слишком много, порядка 10%, но это позволило повысить стабильность масла и увеличить интервал смены. В тяжелых условиях, в условиях города, если у вас пробки, светофоры, на нем можно ездить смело 10 тысяч километров. Если у вас более легкие условия, нет постоянных пробок и есть значительная часть пути по трассе, то это масло можно менять раз в 15 тысяч и быть спокойным. В целом, отличное японское масло, которое и двигатель хорошо защищает, и топливо экономить помогает. Друзья, в какие же автомобили можно лить данный продукт? Конечно, его можно лить там, где подходит само собой 0W30, а также 0W20 и 5W30. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А также пишите вопросы в комментариях про масла TCL. Обязательно всем отвечу. Всем пока!